красная пижамка. Я устала, Дэймон. Твое? Я думала, я ее потеряла. Спасибо. Пожалуйста, отдай. Я должен кое-что сказать. А почему с моим кулоном в руке? Потому что то, что я хочу сказать, возможно, самое эгоистичное, что я когда-либо говорил. Дэймон, не делай этого. Нет, я должен это сказать, а ты должна выслушать. Я люблю тебя, Елена. И именно поэтому я не могу быть с тобой эгоистом. Тебе не нужно этого знать. Я тебя не заслуживаю. А мой брат заслуживает. Как же я не хочу, чтобы ты это забыла. А ты забудешь.